столице Татарстана в период с 18 по 24 сентября 2022 года пройдут первые фиджитал-игры по дисциплинам фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, битсейбер, VR-игра, в которой участнику нужно разбивать геометрические фигуры под музыкальный ритм и набирать очки, и гонки дронов. Фиджитал-игры состоятся на территории Международного выставочного центра «Казань-Экспо». Турнир станет тестовым мероприятием в преддверии инновационного масштабного события «Игры будущего», которое пройдет в 2024 году в Казани. Это шаг в будущее 100%, это и называется «Играми будущего», поэтому хотим, чтобы у нас все получилось, и вот важно для нас в этом сезоне, в этом году провести тестовые мероприятия, опробировать все инновации, которые мы хотим сделать совместные, и сделать очень хорошую, в том числе и телевизионную картинку, это тоже такая инновация для нас, как правильно это все показать, это я говорю не просто про там телевизионный экран, а в целом организовать очень достойную, очень понятную трансляцию вот именно этого фиджитала, потому что по классическим видам у нас приблизительно понимание есть, как это может происходить, а именно вот такой микс, это мы будем делать впервые. Фиджитал-спорт – это новое направление, которое приходит к нам с веком цифровизации. Символично, что именно в год цифровизации в Татарстане Казань принимает эти соревнования. На сентябрьском турнире представлено 4 дисциплины. Каждая из них соответствует концепции фиджитал, то есть соединяют в себе физическое и цифровое начало и заставляют спортсмена проявить как спортивную подготовку, так и технические и цифровые навыки. Например, если люди играют в доту, они после этого выходят в физическую площадку и на той же самой подложки, как будто они в игре, в компьютерной игре находятся, они тоже выполняют определенный набор спортивных, ну, назовем это квестом, да, то есть определенная физическая активность, которая логическим образом отзеркаливает ту гиперспортивную активность, в которой они только что побывали, и наоборот. Сентябрьские и ноябрьские турниры – первый шаг на пути к организации масштабного международного события «Игры будущего» 2024 года. Это первый тест привязки к местности. Спортсменам-участникам предстоит попробовать фиджитал-спорт в деле, организаторам учесть все тонкости, чтобы сделать соревнования зрелищными и понятными для болельщиков. Это не просто новый формат, это новая спортивная история. Алина Красильникова, Фариза Хитуглы, Универньюз.